Неужели тебе больше ничего не нужно в жизни? Налить? Я ночи напролет пытаюсь бороться с коррупцией. А ты хренью всякой занимаешься. Главная новость дня. Газетный магнат Джеймс Рид найден сегодня мертвым. Его гигантская медиа-империя достанется сыну. Мои искренние соболезнования. Отец умер, и я вдруг понял. Я ведь еще ничего не сделал в этой жизни. Не знаю, с чего начать. Хочешь, покажу тебе кое-что. Вау! Клевая тачка. А кем вообще был мой отец? Он был очень непростой человек. Ну подумай сам. Мы впустую растрачиваем свой потенциал. Мы должны помочь людям. Мы станем героями. Мы будем типа плохими парнями, чтобы внедриться в преступное сообщество. Никому и в голову не придет, что на самом деле мы хорошие. Скажи, ты готов к подвигам? Окей. Класс. А назовем у себя зеленый шершень. Я Леонора Кейс, ваш новый секретарь. Прекрасно. Принесите мне голову зеленого шершня, сегодня же! Ты не человек, а швейцарский нож какой-то. Только подумаешь, все, кончились твои гаджеты. Бац, еще один. А это что? Газомет. И он работает? Ладно, лежи. Погнали! Зеленый шершень. Красный свет! Стой, стой! Все, нас засняли. Класс, а мне можно?